Всем привет! Добрый вечер, друзья! Мы возвращаемся из Сочи экспромтом. Вот так вот решили, точнее, экспромтом по просьбе. Снимаю поселок Вардане. В данном случае с автомобиля. Дабы появилось представление о данном населенном пункте. Я, несомненно, сюда еще вернусь. Постараюсь в кратчайшее время это сделать. Я вот чуть-чуть уже планировал, но пока не будем загадывать точно. Сейчас мы проедем по центральной улице поселка Вардане. Ловит декабристов, тут у нас Львовская. Вот что из себя представляет этот поселок. Справа дома, слева дома, как и Лазаревская, то же самое, только единственное. Одна центральная улица, а вот Лазаревская их две. Ну, я имею в виду, которые вдоль. Самый-самый центр поселка. Что еще рассказать, даже не знаю. Делают здесь вот тоже надземный переход.